Они охуели, тут оружие Desert Eagle 10 рублей в день. Блять, это как, сука. Так, вот играю за Анивию. Анивия, вот птица ледяная, да? Очень редкий персонаж, точнее чемпион, очень вообще наиличайший. Хрен, когда я его встречал, вообще очень редкий. Я его параметры смотрел, он как бы сложным персонажем считается, да? Ну вообще дамажит нормально, вот по крайней мере те, которых я Аниви встречал, да? Неплохо так дамаг-то, АП дамаг наносит. Вот, то есть жесткий такой, ну хардкорный персонаж, чемпион, не персонаж. Играю не в ранговую игру, то есть видите, да? Я ни хрена не под саппорта закупился, пошел на бот. Ну, это не ранговая игра, так что тут всем похуй. Вот. Опять Ясуо на мид. Что-то в последнее время мода пошла Ясуо на мид пикать. Я хрен знает. Тут раньше такого я не замечал. Читаю вам. Пассивка. Перерождение. При получении урона Анивия превращается в яйцо. Фатального урона. Полностью восстанавливая здоровье и получая минус 40 брони и сопротивление магии. Если она выживает в течение 6 секунд, она переродится. Вот. Мгновенная заморозка. Анивия взмахивает крыльями и создает сферу льда, которая летит в указанном направлении. Все враги, оказавшиеся на пути, 60 урона, их скорость передвижения уменьшается. Вот, Вэшка. Анивия создает непроходимую ледяную стену. Ешка. Анивия направляет в указанную цель порыв ледяного ветра, нанося урон. Вот, ульта Анивия призывает бурю из льда и града, которая наносит всем попавшим в нее врагам 80 урона. И скорость передвижения атаки уменьшается. Ну, Ешку пока качну, то есть это такой... Всем врагам... Сейчас вам продемонстрирую. Оп. Ну, красивое такое умение. Всем врагам на пути урон наносит. И в конечной цели врагу наносит урон и станет его. Интересный пик у них нанизу. Чогат и Севир. Ну, посмотрим, посмотрим. Оп. Так. Ну, я ж вам говорю, тут игра не ранговая, да? Тут всем похуй вообще, кого на какой лайн пикать. Вообще, вообще все равно. Собственно говоря, мне тоже все равно было. Что мы замечаем? Кулдаун у Ешки, кстати, быстрый. Маны достаточно много, умения живут, вот, то есть нам маны нужна. Ну, Анивия, это, конечно, такой жесткий апкерри, тут ничего не скажешь. Так. Ну, ладно, так и быть, я не буду у Твича особо отбирать этот фарм. Хрен с ним, пусть фармит. Бля, да что ж такое? Я целюсь в одного, а попадаю в другого миньона. Что же за хрень? Так, Кьюшку еще раз качнем. Так. Отлично, дошли до вражеской вышки. Ой-ой-ой-ой. Так, я клюшкой Чогата все бью-бью. Скоро его можно будет забирать, я думаю. Наверное. Бля. Блин, это... Севир своим сюрикеном этим по мне бьет. Попадает все время. Так, Вардик в кусты поставим. Мне не жалко. Севир, тварь, убегает. Чё это Севир хочет, а? Что-то подходит, подходит. Все, у Чогата меньше половины хп осталось. О-о-о! Да
Ах ты сука! Севир шлюха, почти она сдохла. Можно сказать, что она сдохла. Сволочь какая. На нахуй. Блять. Вот тварь, я ради нее там воспламенение произвел. Вы видели, да? Мы их почти, и Чогата, и Севир, мы обоих почти убили. Мы, можно сказать, их и убили. Да. Ничего, сейчас я, короче, ульт получу на 6 уровне и все. И можно будет убивать. Черт, вот у меня и маны нет. Да, мана нам нужна. Потому что мы скиллы, можно сказать, по КД используем. Да. Ну хотя бы ульт дешевый, 75 маны стоит всего лишь. Кстати, пассивка 240 секунд вот этот не заряжает. Пятый уровень, все, ульта, короче, когда будет, можно будет, ну, уже убивать этих ребят. Нет, чё, гад, по мне не попадешь так просто. Ой-ой-ой. На нахуй. На нахуй. Все, я думаю, у меня... Ну, у меня уже маны нет, все, я бесполезен. Я думаю, полечу на базу пока. Ах, черт, не, нельзя лететь, надо отпушивать лайн. Вот так давайте стену поставим, чтобы враг не подходил. Все, теперь можно лететь. Потому что... Как я уже сказал, без маны толку немного. Ой, бля. Так, надо слезу богини, да, покупать и пару хилок. Так, 5, 6, 7, 8, 9. Так, вторая хилка. Полетели. Я чё думаю, короче, мне вроде чемпиков никаких новых я покупать не хочу. Я думаю на руны копить, вот, руны покупать. Вот. Руны такие для АД керри, знаете, на скорость атаки. Вот такие. В принципе, если мне сейчас придут, помогут, то можно валить. Ой, сука. Можно этих ребят убивать, короче, на боте. Если придут, сейчас помогут. Вот. Куда-то эти ребята ушли. Чогат, Севир. Где они, интересно? Все, сейчас у меня ульт будет. Вообще, вообще, можно будет нормально. Не, я думал, мастер ИИ придет, поможет. А хуй там. Все, у меня есть ульт. Ну чё, можно, да, чтобы подождать, пока враг поближе к нам подойдет и все, и выносить, по сути. Мне нравится то, что много массового дамага. И кьюшка, и ульт. И станы, замедление хорошее. Ща, чуть поближе враги подойдут, чуть поближе. И все, и... И вынос сделать врагу. Оп, засейвил этого твича. Да, в принципе, неплохо я дамажу. Все, твич, лети на базу. Лечись. Не надо тебе помирать. Слишком молодой еще. Ты чё, Севир, иди отсюда, иди. Смотрите, Севир какая. Бегает, думает, что что-то ей тут перепадет. Нет, нет уж. В принципе, сейчас твич придет. Ой-ой-ой-ой-ой. Переражусь, переражусь сейчас.
Фу, блядь, засейвился. Нормально. Ох, отлично. Твич одного убил. Это хорошо. Я, короче, на себя забайтил. Вы видели, да? Давайте еще гата. Еще... Отлично. Вы видели, это все не так просто сейчас было, как кажется. Это я специально врага на себя байтил. Видите, так бы Чогат и Севир, они бы просто ушли оттуда и все. Отлично, дабл килл мы сделали тут. Ну, мои союзники при моей помощи. Отлично, давайте вышку теперь им посносим. Мне даже ульт юзать не пришлось. Так, все, лечу на базу, короче. Лечу на базу. Потому что не хочу рисковать, мало хп уже осталось. Ну, куплю ботинок, по сути, и 3 хилки. Ну и все пока. Как-то так. Короче, вы поняли, я не в саппорт, а я в адекерри иду. Вот. Ну, следующий посох Архангела, вот, нормально. Посох Архангела. Дальше посмотрим. Так. Что-то в чате срутся там. Мои тиммейты, не знаю, что. Так, у меня ульт есть. Можно, по сути, сейчас попробовать ворваться. А, и у меня Игнайт есть. Кстати, еще. Эх, жалко, Твича нашего убили. Нет уж, ребята. Идите. Ох ты, сука. Это, а как он меня убил, постойте. Это сука меня убила. Севир. Ну, мне показалось, что меня Чогат завалил. Но фраг Севир засчитали. А как он меня убил? Постойте. Эгг-таймер. А как меня убили? Вот хороший вопрос, кстати. Я думаю, это что-то лак или что-то такое с пингом. Хотя пинг хороший вроде. Сейчас вышку снесут мне нанизу. Что-то я не совсем понял, короче, как меня убили. Тут что-то на лак похожее было. Давайте, убейте этих ублюдков. Отомстите за меня. Давайте. Давай, Твич, блядь. Ты должен отомстить за меня. Охуеть, Севир еще и дабл килл как-то за меня сделала. Ну отлично, этих за меня отомстили так или иначе. Так. Что-то мне это чуть не нравится. Я в одно место целюсь к юшке, она в другое прилетает. Что-то мне это... Типа к юшка летит не в то место, куда я целюсь, а полностью какую-то дистанцию определенную прилетает. Или что? Так, отлично. По всем ударили. Я ульту так ни разу и не прожал. Пиздец, вот на самом деле бесит вот такие лакеры. Вот меня как... Ой-о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 й. Меня, короче, когда убили в... Вот, и сейчас меня тоже убили. Ну, это просто удача. То есть, это не скилл, да? Не результат там каких-то профессиональных действий там. А это просто, ну, врагу, ну, лакеры. Просто повезло. Я даже сам не понял, как меня убили. Вот. Вот это, конечно, бесит такая хрень. Ой, блядь. Да, конечно, мастера, я, блядь, в чем вот минус вот этой птички, да, Аниви, в том, что у нее хп почти нету. У меня на восьмом левеле даже 1000 хп нету. То есть ее убить легко, они приходят, меня втроем убивают, враги. То есть о чем это говорит? Это говорит не о том, что скилл, когда тебя одного втроем убивают, это просто, ну, лакеры.
Просто они вместе собрались и все. Это нихуя не скилл, по сути. Вот. Я даже ульту не юзал. Если ульту заюзаю, ну они охуеют просто. Эх, зря он флешнулся сейчас. Твич. Глупый поступок. Бля, кьюшка дурацкая. Она, короче, летит не туда, куда хочешь, а в определенную дистанцию полетает. Стой, бля, стой нахуй. Ебать. Я, короче, кьюшкой, блядь, ешку 10 раз проюзал. Не попал нихуя. Выебнутый, блядь. Ебать, это как? Это как нахуй? Ох, я ебал, просто 7-19 счет. Притом это не ранговая игра. Это не какие-то профессиональные игроки играют. Это просто раки играют. Что в моей тиме, что во вражеской. 7-19 счет. Ебать. А ведь вроде все неплохо начиналось. Короче, я заебался. Вот какой ролик сейчас будет, я такой и выложу просто. Вообще похуй. На пидора отвечаю. Ну давай тут, блядь, да, блядь, ебать он дамажит, чё гад. Просто убить его нахуй, ульт у меня есть. Ебать. Он, короче, с 3 кьюшки мне все хп вынесет, чё гад. Пиздец, у Анивии вообще 1000 хп на 9 уровне, я ебал. Я удивлен, что у меня только 3 смерти, а не 30. Пиздец. Ой, иди нахуй, чё, гад. Ебать. Ну, я думаю, что может чё, гад, кто-нибудь всё-таки соблаговолит, блядь, убить, я хуй знает. Соизволит, блядь, убить. Наконец-то, блядь. 9:23 тем временем счет. В пользу раз команды. Ну мне похуй, я уже этот ролик выложил. Было просто, я заебался. Вы, короче, поняли, да, в чем прикол? Нам мана нужна, вот, то есть. Ну, насчет того, чтобы саппортом быть, я хуй знает. Ну, АП Керри неплохой. Нам бы вообще я на мид хотел идти изначально. Просто его до меня заняли. Изначально я бы вообще на мид пошел. Анивей. Потому что АП Керри все-таки невъебенный. У нее такой дамаг. Но вот минус в том, что просто очень мало хп. Очень быстро дохну просто. Вот если бы чуть-чуть потанковитей. Анивия была, то вообще, видите, я при том почти не высовывался, а у меня уже 700 хп нету, то есть, ну, просто очень, ну, картонный персонаж на самом деле. Я даже не знаю, как Анивия играть, есть очень имбалансный персонаж. Тебя просто за секунду буквально выносят, нахуй. Я даже не знаю, как играть можно, я такого персонажа, ну, не видел чемпиона. Чтоб с таким малым количеством хп был, с такой маленькой защитой. Буквально 2000 сильные, критические, да, и нас убьют. Да. Вот так, стену нахуй.
Я что-то про эту стену забываю. Охуеть. Пять секунд, а стена держится. Да. Дракона 20-21 минута идет, ни разу дракона не забрали. 10-28 счет. Я так ни на что и не накопил. У меня 27 миньонов убито. Защитный катализатор покупаю, ну и хилку одну. Да не, сдаваться хуй вам. Хули вы взяли, блядь, катку, проебали, а теперь сдаются. Меня вот это больше всего бесит. Антимейты, блядь, ёбнутые. Они катку сначала въебывают, да, а потом сдаются. Да нет, блядь, давайте играть по полной будешь, блядь. Сами хотели, блядь, этого. Давайте теперь играть по полной. Да не туда лети, блядь, а не вен, нахуй. То она летит не туда, куда надо, то стреляет не туда, куда надо. Заебало, блядь. Охуенный вард под тавером. Это самый лучший вард. Я даже боюсь показываться, потому что я сейчас... Я на миллисекунду высунусь, у меня 500 хп. Мне 500 хп за полсекунды снизу. То есть я даже не знаю, как играть просто. Меня сейчас с одного скилла убьют. Даже не с прокоста, а с одного скилла просто. Я хуй знаю. Так, сейчас надо ждать, пока яичко перезарядится, блядь. От КДшки. Могу ультануть сейчас. Могу ультануть. Есть. Да. Ультую нахуй. Ультую. Да, и я ультую, меня убивают. Ну что ж, хоть как-то ультой помог своей тиме вроде. Ну вот. Да, хрен знает, саппорт, не саппорт, что-то у меня такое двоякое, двоичное впечатление от Аниви, то ли от Пекери, то ли саппорт. У нее в чем проблема? Очень мало хп. То его почти нету на 10 уровне, блядь, 1300, да, у меня хп, да и то с артефактом. То есть это, ну, вообще ни о чем, картонный просто персонаж, которого за две тычки хорошие убивают. То есть я не знаю, как вообще выживать, блядь, таким персонажем. Убью, убью, убью. Отлично. Вот видите, я сдохну, хоть все-таки убил Гангпланка. Да, хоть и ценой собственной жизни. Так, давайте шайбу продадим. Купим слишком большой жезл. Ну и пару хилок. Печенье, пару печенек. Да, дорогие печеньки, однако. При каждом использовании умения затрать ману, ману увеличивается на 4. Давайте, 14-40 счет, вы понимаете? 14, мать его, 40. Счет в пользу вражеской тимы, это ж пиздец. 14-40 просто. Ульт! Юзай ульт! Пиздец. Пиздец. Сдаться? Нет, нахуй, я не буду сдаваться, блядь. Хуй вам. Просто до последнего, блядь.
У нас и на топе одна вышка осталась. На низу вообще вышек нет. Мид, блядь, пушат нас. Блядь. Блядь. Блин, почему Кьюшка летит не туда, куда хочешь, а определенную дистанцию просто пролетает? Гангпланк бегает. Ну пиздец, у Гангпланка он, блядь, на 6 уровней выше меня. Чё тут вообще? Ну, видите, я вам говорю, с одного выстрела. То есть... Аниви это просто картонный, блядь, ебучий персонаж. Чтобы он хоть как-то дамажил, его надо, чтобы все четверо, блядь, защищали, пиздец. Он, конечно, дамажит Аниви неплохо, это, блядь, птица, воробь, голубь ебаный, блядь. Неплохо дамажит, но его самого охуеть как выносит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, мне что-то, мне кажется, надо от Лиги Легенд отдохнуть, блядь. Некоторое время не играть мне, потому что что-то я заебался уже. Да, 17-54 в пользу врага. Просто 17-54. А я ничего и купить не могу. Похуй, будет такой, такая игра, значит, выложу такую.